Здесь в Таиланде очень популярны такие небольшие, ну как небольшие, довольно-таки приличные рынки, бэуки. Вот, допустим, бильярдные столы стоят. Бэушный, пошарпанный, все, он как бы, ну, рабочий, 28 тысяч бат. Я не знаю, это что, гробы, что ли? Может, даже и гробы бэушные, не знаю. Павильончики, хотя, честно скажу, тут даже цены такие есть. Но нифига не детские. Вот, кресла, допустим, смотрите, какие. Уже явный раритет. Мебель различная. Вот, посмотрите, какие кресла. Царская ложа, елки-палки. Тут два человека спокойно влезет. Вот такой вот набор плетеной мебели со столиком, 32 тысячи бат. Кожаная мебель, два кресла, столик, оно без столика, 28 тысяч бат. Здесь много всяких интересных вещей ручной работы. И не только. Тут любителям старины, конечно, это будет интересно все. Здесь, конечно, вещи прям совсем интересные, эксклюзивные. Посуда различная. А вот такую вещь интересную случайно напоролись. Красноярск, пожалуйста. Ну, такое ощущение, что вот этих чашек совсем недавно еще пили, а сейчас их уже продают. Интересный магазинчик, он большой довольно-таки, не выходить тут можно полдня. Аквариумы огромные, пожалуйста. Такой вот песочок интересный, медный. Столько всякого различного, необычного, старинного. Реально есть даже очень старинные вещи, но они такие дорогие. Вот 2800 бат, вот компьютер, пожалуйста. Вот колоночки хорошие. Кому надо. Уже недорого. Вот 2000, а 20 тысяч бат. Это что, 40 тысяч на наши деньги, да? Кораблик интересный. Какая интересная лобастая рыба. Вот я такого еще не видел. Вот посуда. Даже не первой свежести. Все продают тут, не заморачиваются. О! Фиш, рыбок. Тут даже, по-моему, это постельное продают. И пластиковое барахло, уж не знаю, но совсем копейки. Старинные DVD-шники, пылесосы, это я что-то не вижу, якоря какие-то, буквы, освещение, холодильники, пожалуйста, 18 тысяч бат, 18 на 2, 36 тысяч рублей, это дорого, конечно. Тут на некоторые просто вещи неадекватные цены. Может, кому-то это надо, это и берут. Вообще, конечно, тут можно долго бродить. Чего тут только нету. Машинки стиральные. Конвейеры какие-то, подачи. Барная стойка какая-то старинная. Колясочки. 3500 бат. Буха. Ее новую в России можно. Ну также за эти же деньги взять. Только если умножить на 2, то получается совсем дорого. О, парики. Не знаю, видите, не видите. Не видно практически. Матрасики. Немного БУ. 4800. Ну, жесткий такой довольно-таки. Подкладка на матрасик сразу идет. Ух, ё-моё, ноги б не переломать. Ну тут, в общем, кладбище рваных драных матрасов, кому надо.
В общем, тут они прикалываются по-своему в Тае. О, мешок, грушечка, смотрите, 2800. Тайская. Ну, хороший мешок. И мешок явно фирменный. О, тренажерчик. Что тут? 7500. Степпер. Что-то цены не вижу. Цены не вижу. US Gym. Американское качество. Оно, кстати, в хорошем состоянии, но древний. И что-то я тоже цены не вижу. А нет, есть цена. 15000 бат, пожалуй. Вешалки какие-то, стулья старые, лежаки драные. В общем, и стоит, говорю, это дико дорого, может, это ценится у них тут как. А даже двери, смотрите, можете старые купить. И ценники тут ломовые, по сути. Ну, видать, их это прикалывает. Это я на сколько-то кинотеатры, да, стульчики или с баров, что их так много. Что-то у них ценник. А, 850 бат. Вот эти плетенки уже показывал, понравились мне. О, картины висят. Китайские фонарики. В общем, есть что посмотреть. Ну, так, любителям старины посвящается. Привет из Таиланда. Там туда еще таких пару подряд магазинов. В общем, кому интересно, можно побродить и посмотреть. Даже просто полюбить. Так жили тайцы. Кому вот за хатово надо? 8500. Рога. Необычный диван, по которому ходили. Расчлененка. Ой, даже какой-то кораблик. Все это продается, барахло. О, старый какой-то, не знаю, зингер, не зингер. Все это продается.